начала года ресурсными центрами проведено более 300 мероприятий военно-патриотического направления. Сегодня состоялся областной молодежный форум на тему «Развитие и формирование казахстанского патриотизма. Задачи и перспективы». В форуме участие принял аким области Нуржан Нуржигитов. В регионе действует 613 юноармейских и юношеских движений. Сегодня в целях повышения военного патриотизма был организован областной форум молодежи. Глава региона принял участие в форуме и посетил выставку в фойе, где был ознакомлен с военной тактикой молодых солдат, работая вооруженных сил. Затем в зале прозвучал государственный гимн. На форуме был показан видеоролик о том, как проходят службу в армии солдаты гвардейского гарнизона. Глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию совместно с ответственными органами. Человек, не любящий свою страну, свою родную землю, может пойти на любое предательство. Человек с неглубоким сознанием, низкой культурой, несформированным патриотическим характером может пойти на поводу любого человека. Доказательством тому служат январские события, произошедшие в начале года. Такого больше не повторится, если мы будем патриотами своей страны. По этому направлению в области разрабатываются совместные комплексные планы по патриотическому воспитанию молодежи и несовершеннолетних на 2022-2025 годы, повышению правовой культуры, духовно-нравственному воспитанию, снижению уровня безработицы. А в этой работе активно задействована и прокуратура области. На мероприятии главный прокурор региона остановился на проблемных вопросах среди молодежи. Среди тех, кто нарушил режим в условиях чрезвычайного положения, 45% привлеченных к административной ответственности составили молодые люди. Из них 74% – безработные. К сожалению, сформировалась негативная грамотность ценностей. Молодежь больше заинтересована в легком заработке, популярности в социальной сети. Теперь для решения проблем среди молодежи будут работать местные власти, прокуратура, вооруженные силы. В рамках мероприятия были подняты вопросы, связанные с правовой культурой и патриотическим воспитанием представителей молодого поколения. Приняты к сведению предложения относительно путей их решения. Данас Амат, Айгуль Пралиева, Нурлан Бектурсун, Симсимнёс.